Добрый день, я Марко Девич, сегодня я ваш корреспондент. Первое впечатление о Рубине очень хорошее. Меня прекрасно приняли в команде, и я всем доволен. Можно сказать, я счастлив перебраться в такой клуб. Тренер находит время для серьезных упражнений и для веселья. Мне это очень нравится. Новички казанского клуба как нельзя лучше отразили атмосферу, которая царила в стане команды на зимних сборах. Рубиновцы трудились с огоньком, и на каждом из трех тренировочных сборов был момент, который врезался в память надолго всему коллективу. Давай, поехали! Один, два, хорош! Давай! Серега! Смотри. В ходе сборов игроки выполняли сотни упражнений, и в каждом из них был спортивный интерес. Футболисты должны были выкладываться на все 100% для того, чтобы не проиграть своему оппоненту микродуэль. Но несмотря на большую конкуренцию, отличительной чертой нынешнего Рубина является команда. Тренерскому штабу совместно с ветеранами клуба удалось по-настоящему сплотить всех футболистов. В принципе, я считаю, все выполнили. В принципе, никто не выпадал из тренировочного процесса. Выполняли все работу очень четко. И я думаю, все, что, например, тренер нам доносил, мы выполняли. В общей сложности Рубин за три сбора провел 8 встреч, потерпев в них одно поражение и одержав 4 победы. Общая разница забитых и пропущенных мячей 15-5. Во всех поединках казанцы старались действовать первым номером и навязывать соперникам свою игру. Порой нашему клубу удавались весьма изящные голы. Ну, вы знаете, сборы прошли у нас неплохо. Вы были на всех сборах. Видели, что ребята работали в полную силу и получили тот нагрузку, которую мы планировали. Теперь наше дело, все осталось только за то, осталось только футболистам показать хороший результат в чемпионате. Впереди казанскую команду ждет продолжение сезона и целая серия сложнейших матчей, в которых красно-зеленым предстоит доказать свой класс. И несмотря на плохой старт в чемпионате, Рубин имеет все шансы реабилитироваться в весенней стадии и подняться как можно выше в турнирной таблице. Но для достижения результата нашим ребятам нужна ваша поддержка. Нужно не бежать впереди паровоза. Всему свое время, календарь утвержден, так что ждем 5 марта с нетерпением, с легкими бабочками в животе. Так что ждем, приходите на стадион, болейте за Рубин. Thank you.